Всем привет, меня зовут Настя, я модель и креатор бренда Личи. Сегодня я расскажу вам про главный цвет сезона, покажу, как правильно внедрять его в свой гардероб и соберу образы, вдохновленные Нью-Йоркской неделей моды. В этом году Институт цвета Pantone назвал главным цветом года классический синий, а мы вдохновились образами гостей показа и собрали луки по этой теме. Первый образ предлагаю собрать в одной цветовой палитре. Для этого лука нам понадобится тренч в нежно-голубом оттенке. Он универсален и легко комбинируется как с глубокими цветами, так и с пастельной палитрой. В пару к тренчу берем костюм нефритового цвета. Сумка в тон поддержит монохромность комплекта, а высокие сапоги со свободным голенищем позволят добавить еще один тренди акцент. Особенно, если вы заправите брюки внутрь. Это выглядит стильно, и при этом вы не пачкаете брюки. Почему такие цвета стоит носить вместе? Потому что это все природные оттенки, которые настраивают нас на весеннее настроение. Дальше создаем total look. За основу берем трендовый комплект из синей кожи, вот такого яркого цвета. Он эффектный и самодостаточный, поэтому успокоить его можно бежевым цветом. Надеваем костюм из юбки и рубашки, уравновешиваем образ бежевыми ботильонами, дополняем тренчем глубокого цвета. Можем добавить на шею платок, но повязать его необычным способом. Мы берем платок и с помощью кольца затягиваем его на шее. Таким образом получаем нестандартный аксессуар. Также не забываем про деним. Когда нужно составить не слишком строгий образ, это идеальная фактура. Мы предлагаем миксовать платье-рубашку в насыщенном синем с плащом и аксессуарами в бежево-коричневой гамме. Эти цвета придадут образу мягкости. А сочетание прилегающего платья и свободного тренча – это излюбленный прием модели, ведь оно создает хрупкий и женственный силуэт. Теперь мой любимый образ и мои любимые джинсы в ультрамодном фасоне, который я уже показывала в предыдущем видео. Составим стильный и простой образ из привычных вещей. Дополняем джинсы базовым топом, надеваем жакет в тон брюк. Сверху накидываем тренч голубого цвета. Также можем взять в руку еще один трендовый акцент, модную в этом сезоне сумку-пельмень, и прощаемся с зимой. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey.
А тем, кто хочет добавить изюминку в образ, я предложу надеть на талию цепочку. И последний образ, самый простой, на мой взгляд, это комбинация из ярко-синего костюма и шифоновой блузы с оборками. Подбираем обувь и аксессуары в цвет рубашки и получаем отличный образ, который станет акцентом в вашем гардеробе. Друзья, на самом деле очень хочется кушать. Вот такие образы у нас получились. Напишите в комментариях, какой стал вашим любимым. Я пошла есть. Удачных вам покупок в Личи. Радуйте себя и не бойтесь экспериментировать. Чего ты ржешь? Давай ты сюда сядешь. Что у меня случилось? Оттенки, которые хорошо. У меня там же лицо, наверное, несчастное. Мне нужна валерьянка. То же самое. Ультрамодно. Мама. So sweet, and then I let you.